А лунок, правда, он не брал. Не, какие мы? У меня такого нет. У меня друг с Хангельска до Вельских 20 лет давно. А, когда вы видите, только умеют. Женщины не умеют готовить. Кстати, не умеют готовить. Не подогрекуйте. Можешь это просто варить туда, бараньего, да? А потом еще тут детей будет столько, столько тут бараньего. В прошлом году сесть ели. В прошлом году у нас он был наполовину, даже меньше. В этом году он будет сейчас практически полный. Алло. Да. А дай ключи, впечатляет, скажи, впечатляет. На чем люди уехали, постелили, на двоих должны были заехать, не заехали. Там чисто, хорошо. Награждаем, а потом мы победителя узнаем. Ну что ж, состязание первое. Видна семейная сталь. Все рвутся победить, никого не унять. Но мы вас попросим для начала свой семейный девиз нам всем сказать. Придумать и сказать. Извините, пожалуйста. Представь, Никас Евгений Геннадьевич. Тот у нас сегодня едет одна учениковых. А кто с вами? Давайте, откроем. Моя супруга. Анна Иннокентьевна. Сын. Сарани Варева. Поаплодируем скорее женщине. На самом деле. Отчинникам. Готово. Ну что ж, присоединяйтесь.